мы понимаем, что когда-то придут совсем другие даты. Не будет больше ветеранов, их не останется в живых. Ни рядовых, ни офицеров, ни покалеченных, ни целых, ни благородных генералов, ни бывших зэков, рот штрафных. Кто им придет потом на смену? Кого придется звать на сцену, чтоб окружить своей заботой, когда нагрянет юбилей? Подряд уходят ветераны, им обдувает ветер раны. Их ордена лежат забыты, а имена горят сильней. Но, может, все это логично? Но очень больно, если лично. Ты с этим связан был и даже не понимал тогда всего. Мне раньше искренне казалось, что деду много жить осталось. Но вот который день победы мы отмечаем без него.